В эту пятницу узница совести Аун Сан Сю Чи отметит 13-й год нахождения под домашним арестом. Су Чи – генеральный секретарь оппозиционной партии Бирмы «Национальная лига за демократию». Она находится под домашним арестом в Рангуне и требует официального разрешения принимать посетителей. Даже для жестоких законов военного режима это слишком. Кажется, что сам режим уже нарушает свои законы в преследовании Аун Сан Су Чи. Ее адвокаты пытаются обратиться с апелляцией. Партия «Национальная лига за демократию» одержала полную победу на выборах в 1990 году, но правящая военная хунта не признала ее. В мае арест Су Чи был продлен еще на 6 месяцев. Конечно, военный режим не заинтересован в ее освобождении, если только им не будет гарантирована пожизненная власть. Они надеются, что под их контролем выборы в 2010 году дадут им такую власть. С сентября 2007 года, после того, как хунта расправилась с протестующими монахами, Су Чи давали несколько раз встретиться с представителем ООН Ибрагимом Гамбари. Но в августе этого года она отказалась от встречи с ним. Хотя это была уже четвертая попытка Гамбари встретиться с ней. Такое отношение Су Чи к представителю ООН наводит на мысль, что она с этапа горла и отсутствием результатов диалога с хунтой и так называемым мягким сближением ООН с Бирмой и подходом к решению проблем, вызванных ураганом Наргиз,